Ленинский район растет, застраивается, не всегда все идет гладко. Вопросы и очень часто болезненные есть как к застройщикам, так и у застройщиков. Ответы попытались найти на общем собрании. В администрации встретились представители власти, инспекторы госстройнадзора и строители. Обсуждали объекты в Бутово-парке. У компании «Мортон» возникли претензии к муниципалитету. Тепловая сеть на новом объекте выходит за участок застройки. Нужно дополнительное разрешение на строительство, которое не дают. Госстройнадзор, в свою очередь, пеняет на невыполнение «Мортоном» своих обязательств. Компания периодически не укладывается в графики и срывает сроки строительства по социальным объектам. По каким причинам, значит, началось строительство позже по микрорайону Бутово-парк, потому что, в принципе, он практически весь сдан. Значит, там надо разбираться действительно. И по Мортону это вопросы, которые возникают регулярно по строительству социальных объектов. То есть там вот школа, жители задают многократные вопросы уже по строительству школы, которая там должна быть. Получить свою порцию знаний дети не могут, так как на месте учебного заведения расположена автопарковка. Администрация недовольна неспешностью застройщика. Не устраивает также и вывоза строительного мусора на дорогу. Административно-технический надзор. Мы уже направили документы туда, чтобы административно-технический надзор выезжал, штрафовал все это. Ну и госстройнадзор тоже со своей стороны. Вот эти вывозы мусора на дорогу, я так понимаю, еще ведутся какие-то строительные работы по вот сетям, еще почему-то. Значит, строительная техника ездит, вывозит мусор просто. Это уже тоже госстройнадзор будет наблюдать.